Всем привет, дорогие друзья, с вами Дарит, и добро пожаловать в игрушку. Блин, игрушка похожа на покемонов, она... Я не знаю, как она себя покажет, ну что ж, давайте посмотрим уже. Ух ты, вот за кого я играю, отлично. Да, я согласен. Можно за девушку играть. Так, блистательно, девушка тоже шикарная, великолепно. Так, ну давайте, наверное, за парня. Отлично. Нас переносит в мир покемонов, ребят. Если игра вам понравится, ты мне поддержишь пальцем вверх и подписочкой. Так, куда-то побежал. Отлично. Так, как в нее играть, я не знаю. Давайте пока что будем следовать инструкциям. Ух ты! Круто. Это его способности, да? Есть обычные, есть эпические. А, его прокачка. Отлично. Так, добавить. Отлично. Идем дальше. Ух ты. Чермандер, отлично, блин. Надеюсь, игрушка понравится и мне, и вам. Так, атака. Чермандер, молодец. Ух ты, это котик. Помните этого котика? Он шикарен. Ну, вроде неплохая такая анимация. Так, отлично, забираем все. Так, хорошо. Система прокачки, мне кажется, неплохая. Смотрим еще, что там будет дальше. Так, хорошо, то есть мой первый покемон Чермандер. Он классный, мне кажется. Так, хорошо, хорошо. Он прокачивается. Так, ладно. Пока что еще маленький такой. Мне он такой нравится, маленький. Так, хорошо, идем дальше. Ух ты, какие здоровые монстры. Так, я готов. Ух ты, нифига себе, он жарит. Следующий буду я ходить. Какой-то кокон. Ладно, сейчас зажарим. Нет, подождем пока что. Так, держись. Я дальше пойду, нет? Победа. Все, понял. Идем далее. Форл босс какой-то. Берем задание опять, как всегда. Какие-то ништяки нам дали. Отлично. Будем дальше прокачивать. Способности его прокачивать. А. Все понял. У него много всяких способностей. А, ну, смотрите, она может до бабочки прокачаться. Ясно. Давайте добавим тебя. Левел. Левел 2 теперь у нас. А, жизни возросли, да? Прикольно. Паутина какая-то появилась. Но мы будем с Чермандером ходить. Это мой самый лучший покемон будет. Ух ты, нифига себе. Отлично. Не того бьешь. Ну, гусеница мне не очень нравится. Ну, блин, они все равно все милые. Котик, вот звездочка какая-то есть. Надо на левел их не еще смотреть. Давайте пожарим их.
Отлично. Также автобой тут есть. Все собираем. Если игрушка зайдет, будем с вами постоянно в нее играть. Можно даже все пройти, если хотите. Так. Отлично. Давайте минут 20 поиграем. Ух ты, какой-то бонус. Так. Это все я могу забрать себе? Так, щедро. Так, тут система доната. Что делать, я не знаю, ребят. Ну, буду тут подсказывать, потому что я не разберусь тут один. Пока что идем дальше. Чермандер у меня есть. Самое что крутое. Интересно, всем достается Чермандер? Ух ты, вон, мы уже деремся с ним. Он бухой, бухарик какой-то. Смотрите, он уже прокачан, он цветочек есть. Так, а где их здоровье-то, интересно? А, зеленое это его здоровье. Суперата какая-то. Монетками или печенюшками? Чем? Чипсами, что ли? Отлично. Так, забираем. Всем пригодится. Что там дальше? Дали какую-то карточку. Блистательно. Пикачу! Блин, я себе его хочу. А, за второй день нам дадут Пикачу. Щедро. Так, новое задание. Может потом когда-нибудь русифицируют игру, я бы хотел поиграть. Эпическая какая-то. За покупку дадут нам. Офигеть, $99. Уф. Ладно, сделаем потом, ребят, донатик. Но не сейчас. Я бы хотел его выиграть, он... Довольно-таки, мне кажется, нормально было бы. Он пока что, думаю, так, справимся. А, можно улучшить тебя. Отлично. Так, прокачаем немножко. Так, ну все, больше пока что нельзя. Чермандера нашего. Способность пока что не появилась, я так понимаю. Давайте тебя апнем. Тебя тоже немножко. А, все, я на максимум пока что. Так, я тут не хочу ничего не творить, мне нужен Чермандер. Так. Вот это я не знаю, что такое. Это если я соберу, смогу апнуть. Что будет, если я Чермандера сюда выберу? Что-то я боюсь потерять Чермандера. Так, не будем ничего тут предпринимать. Вот смотрите, какой уже дракон у некоторых. Пойдемте пока что дальше. С первого раза уже просто убивает. Отлично. Блистательно. Магните магнитики. Кто смотрел покемонов, им будет проще, мне кажется.
Так, хорошо. Далее. Может, он потом... Ух ты, смотрите, на чем он едет. Надеюсь, игра вам понравится. Ну, в принципе, неплохая, мне нравится. Начинаю влюбляться в нее. Так, хорошо. Что ты можешь мне предложить? Какую-то удочку даст мне? Ну, давай. А, мы с тобой сразимся. Так, ну ладно. Да, довольно-таки сильно, я бы сказал. Легко и просто. Так, я у него что-нибудь выиграю, нет? Так, хорошо, нам дали утку, я так и думал. А утка может до двух только прокачиваться, раз. Сначала простая, потом вот такая будет более крутая. Ясно. То есть сильно ее не прокачаешь. А это все покемоны, что ли? Омега. Какие-то эпические. Чармандер. А, нормальный Чармандер. Ну, коллекция, конечно, шикарная, здоровая, ребят. Постараемся понасобирать. Так, тут что? Ну, тут я не понял, что надо делать. Так, заберем ништяки за достижение. Ну и пойдем дальше пока что. Так, а где мои монстры, кстати? Бонус? Ух ты, это нам дадут, что ли? Если я попаду в это время. Так, тут пока что ничего не можем получить, я так понимаю. О, давайте сундучок откроем. Или что это такое значит? Блин. Много чего непонятно. Ладно, идем дальше уже. Кстати, у меня же новый покемон. Почему я его не взял? Это довольно-таки сложный. Но мы его убили. Так, оу. Отлично. Простая атака. Ух ты ж, нифига себе. Нифига себе, он здоровый. Сколько у него жизни? Ну, он почему-то слабенький. Паутина какая-то. Он пропускает ход, что ли? Здоровый. Но мы справились с ним. Отлично. А давайте добавим сюда уточку. Так, надо апнуть его. Давайте это максимум. 10-го левела, да ты? Все, максимум 10-го левела. Так, хорошо, прокачали.
Так, что мне доделать? А, утку сюда поставить. Так, что нам дали? Утка есть, мы можем прокачиваться. Я не понял. Так, а что дальше-то нам надо сделать? Типа, могу прокачать, мы сейчас утку прокачаем, потом потеряем ее вдруг. Почему именно я утку прокачал? Новые способности. Так, это моя система боевки. А, то есть эти два существа нам дают, мне больше жизни дают, что ли? Я не понял. Ладно. Ребята, объясните, вот что это такое. Как тут качаться? Какой-то бонус нам, в общем, дает. Ну ладно, будем с бонусом играть. Хоть левел, что ли, повысим. Тебе тоже можно повысить уже. А, тебе бонус. Давайте вот так сделаем. Посмотрим. А это отмена, да? Плюс 30 атаки к бонусу. Ладно, все, так и будем. То есть их можно связывать между собой в команде. Так, ну давай уже дальше идем. Три покемона есть, уже проще будет. Вот, ты, видимо, новенький. Кстати, он нормально может прокачаться. Так, а где я и куда мне идти надо? Какая-то эпическая карта. Все, наших три. Мы легко с ними справимся. Так. Отлично. Легко и просто. О, главарь. Так, ну ладно. Мега супер удар. Фига себе, уточка. Пока что довольно-таки неплохо. Так, а тут что такое? Вот там идем. Последняя, в общем, боевка сейчас будет.
Давай, что ты против меня вытащишь? Это Пикачу, что ли, такой? Какой-то необычный. Отлично. Молодец. Но мы победили все равно. Представительно. Это, видимо, ну, тренировка просто такая. Дали карточки. Ну что, ребят, в следующей части мы с вами обязательно увидим, и вы подсказываете, что тут надо делать, как прокачиваться. Вот. За первый день нам дали. Так, ну ладно, ребят, в общем, всем удачи, всем до скорого, пока-пока.